Что такое горде и как поставить детский мат? Об этом узнают воспитанники Краснодарской коррекционной школы-интерната. В нем учатся ребята с проблемами слуха. Мальчикам и девочкам преподнесли особенный подарок – наборы с черно-белыми фигурами, специальные часы и методические пособия. Образовательное учреждение – одно из 35 в крае, где успешно работает проект «Шахматы в школах». Со временем гимнастикой для ума будут заниматься во всех начальных классах Кубани. Шахматы должны прийти в школу, потому что это позволяет нам федеральный государственный образовательный стандарт для того, чтобы действительно сделать образовательную деятельность детей более интересной, насыщенной и такой интенсивной в плане развития всех способностей. Пока игре учат факультативно, но в перспективе предмет сделают обязательным. Уже разработали специальные пособия для педагогов, а проводить мастер-классы для них будут гроссмейстеры из Москвы. Считаем для себя такой вот главной серьезной задачей, чтобы наши дети были умнее. Мы будем над этим работать. У нас есть поддержка Министерства образования, администрации края. Я думаю, каждый ребенок может заниматься шахматами, а лучшие из них станут уже чемпионами. Школы, вошедшие в программу, примут участие в краевом конкурсе. Победителям подарят компьютерные классы. Кроме того, ребята представят Кубань на всероссийских соревнованиях.